Всем привет! Я хочу вам показать, как подключить музыкальный центр или DVD к плееру, к ноутбуку или компьютеру. Для этого приобретаем вот такой вот провод, стоит он в районе 100 рублей. На одном конце мини-джек. Вот видите, на другом два тюльпана. Берем, значит. Два тюльпана подключаем к двум разъемам AUX под функцию. Эти разъемы есть что на DVD плеере, что на музыкальном центре. Так, подключаем белый к белому, красный к красному. Подключили. Так, теперь берем другой конец провода, мини-джек, и подключаем к разъему наушники. Будь то системный блок у вас или ноутбук. Подключили. Так, далее. Включаем музыкальный центр. Если у вас DVD плеер, либо музыкальный центр, у вас должно высветиться AUX. Вот, высветилось AUX. Таким образом, вы можете подключить музыкальный центр или DVD плеер к ноутбуку или компьютеру и наслаждаться музыкой. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.